Благотворительная акция «Подари радость ребенку» прошла в Нарьян-Маре ко Дню защиты детей. Более 3 месяцев сотрудники комплексного центра соцобслуживания принимали игрушки для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Завершилась акция праздничным концертом. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Так можно сказать и про тех, кто воспитывается в неблагополучных семьях, и про тех, кто имеет ограниченные возможности. Да и для каждого ребенка игрушка – лучший друг. Именно поэтому сотрудники комплексного центра соцобслуживания каждый год проводят акцию «Подари радость ребенку». Везде отклик у нас на самом деле много. Приняли участие образовательные учреждения города, от школ было, даже в сел мы получали подарки. Союз женщин России, Российский Красный Крест, наши сотрудники – куклы, машинки, мягкие игрушки, коньки, самокаты и огромное количество других подарков сотрудники комплексного центра собрали за 3 с небольшим месяца. Акцию объявили в начале марта. В преддверии Дня защиты детей каждый подарок нашел своего адресата. Помимо этого, творческие коллективы детских садов города подготовили праздничный концерт и массу развлекательных игр для маленьких гостей и их родителей. Нам концерт очень понравился, все было замечательно. Дети все в восторге. Главное, что дети выступали для самих детей. Было очень много народу. Самое приятное, наверное, что были это игрушки. Подходили, выбирали. Все ребенок в восторге, хлопал, радовался. Также для гостей провели творческие мастер-классы по аппликации, рисованию и организовали мини-кинотеатр, где ребята смогли посмотреть любимые мультфильмы. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».